Здравствуйте, дорогие. Да, наши дорогие руководители, христианки, служащие Господу всем сердцем. Господь дал нам время, чтобы мы могли объединиться и разделять свои сердца. И чтобы мы открыли сердце Бога. И когда сердце Господа войдет в нас, да, теперь не наши желания, наши мысли ведут нас. Я очень благодарю за то, что можем проповедовать Слово под руководством Бога и Святого Духа. Да, уже приближается декабрь месяц 2020 года. И в 2020 году я, лично для меня, и многие церкви получили огромную благодать. 하나님 CLF를 통해서 전 세계 복음을 수한 여러분들 앞에 같이 말씀 나누시는 게 본인에게 얼마나 영광스러운 일인지 모르겠습니다. И для меня это честь, что на этом CLF мы с вами можем делиться словом Бога вместе. 만일 여러분 마음 안에 예수님의 말씀이 그대로 들어와서 Если слово Господа падает и войдет в ваши сердца. Если это слово будет господствовать над вашими сердцами, то произойдут удивительные события. Господь не диктует нам правила по закону, чтобы мы жили так или так. Но Господь дал нам Святого Духа и сердце Иисуса Христа. Как написано в 10 главе 16 стихе к евреям, «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Старый Завет был написан на скрижалях, но Господь написал новый закон в наших мыслях. И когда Иисус Христос войдет в наши сердца и начинает вести нас, да, Иисус Христос подарил нам свое имя. Мы получили имя от Иисуса Христа. Да, делайте, поступайте во имя Иисуса. Молитесь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Да, почему Он подарил нам свое имя? Да, Он подарил нам свое сердце. Да, и сделал так, чтобы мы жили по сердцу Иисуса. И Господь подарил также прекрасное время сегодня. Да, давайте начнем нашу историю с 5 главы 3 книги Царств. Сегодня мы будем читать Библию долго. Будем читать с 1 стиха по 14. Мы будем читать по очереди, поэтому удваивается время чтения. Я очень благодарю за то, что пастор Джозеф переводит меня. Вам видно слово на экране? Давайте начнем читать. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды. 이스라엘 왕에게 그 글을 전하니 일렀으되 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그 문둥병을 고쳐 주소서. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님이 관데 너희 사람을 죽이며 살릴 수 있으랴? 저 어찌하여 사람을 내게 보내 그 문둥병을 고치라 하느냐? Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знаете и смотрите, что Он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. 엘리사가 사자를 저에게 보내어 가로되 너는 가 요단강에 몸을 7번 씻으라 내 살이 여전하여 깨끗하리라. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». 나만이 노아에 물러가며 가로되 내 생각에는 저가 내게로 나와서서 그 안에 여호와의 이름을 부르고 당처 위에 손 흔들어 문둥병을 고칠까 하였도다. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы очиститься в них и омыться?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Да, прочитали по 14 стих. Однажды я ехал в Америку. Я сел на самолет, и мы летели в Америку. И так как путь из Сеула в Нью-Йорк занимает много времени, да и по дороге они меняли пилотов. И пилот, пройдя, заметил меня. Подошел и сказал: «Простите, а вы случайно не пастор Пак Оксу?» Да, я пастор Пак. Я раньше читал вашу книгу. Если это нормально, то пройдете со мной в кабину пилота и поговорим там? Да, и мы пошли в кабину пилота. Этот самолет был Боинг-747. Это был большой самолет. Там есть сиденье для пилота и для второго пилота. И обсерверское кресло. И я сел на этом кресле. И он мне объяснял о самолете. «Пастор, когда-нибудь вы видели Аврору? Вот только в этом сезоне, по этому воздушному маршруту можно увидеть Аврору». И он выключил свет в кабине и показал мне Аврору. Ну, я посмотрел и говорит: «О, что значит Аврора?» И что говорит этот пилот? В кабине всегда находятся два пилота. Один управляет самолетом, а второй пилот — это автопилот, который помогает тоже управлению. То есть они устанавливают программу в компьютере. И пока самолет не взлетит взлетной полосы, вот, пилот сам берет за штурвал и управляет самолетом. Но когда взлетит самолет, то выключает сигнал ремня безопасности. И тогда пилот после этого передает штурвал автопилоту, компьютеру. И затем компьютер начинает управлять самолетом. И поэтому таким образом самолет летит в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или во Франкфурт. Пилот просто устанавливает программу заранее. И самолет, компьютер с помощью сенсора рассчитывает передний воздух, задний воздух и летит, управляет самолет до Нью-Йорка. И когда подают сигнал, чтобы надели, застегнулись, и после этого опять пилот берется за штурвал и управляет самолетом. Если бы в наших сердцах был бы такой же компьютер, то было бы хорошо, мы бы попали все автоматически в небесное царство. Да, но об этом написано в 10 главе 17 стихе послания к евреям. Да, извините, это 16 стих. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Если Иисус положит свои законы в наши сердца и напишет в наших мыслях, это означает, что после этого сердце Иисуса Христа начинает вести нас. Но сатана начал первым это дело. Сатана, когда вложил свое сердце в нас, то после этого сердце сатаны начинает вести нас. Слишком долгое время сатана вел нас за собой. Мы были злые, грязные и противостояли Господу. Но как написано в 10 главе 16 стихе к евреям, сердце Иисуса Христа, да, когда вошла в нас, даже если мы не скажем, я не буду пить, я не буду обманывать, я буду ходить в церковь по воскресеньям, но если сердце Иисуса Христа начинает вести нас, то у нас будет с Иисусом одно единое сердце. И с того времени я совершенно по другому сердцу начинаю молиться или читать Библию. Я с самой юности посещал церковь, старался соблюсти все 10 заповедей, я старался очень сильно. Но когда я начал взрослеть, 16 лет, когда мне исполнилось, я впал в грехи, начал грешить, обманывать, воровать. И знаете, я бился как рыба об лед, чтобы не грешить, но я провалил. И в 1962 году, в этом году произошли огромные пробуждения для меня. Да, я хотел пойти добровольно в армию как инженер-прапорщик. У меня были немного сломаны передние зубы, из-за этого я не прошел набор. Да, помимо этого у меня были разные планы. Я попросил доктора, чтобы он меня допустил. Но он очень хладнокровно сказал: да, если бы у тебя задние зубы были сломаны, то я бы тебя как-нибудь пропустил. Но у тебя передние зубы видны, как я могу тебя пропустить? Да, до этого я строил 5 планов. Да, потому что я был слишком бедным, находясь в деревне. И для того, чтобы выйти из этой реальности, да, я прям бился, как рыба об лед. Но я провалился. Да, я хотел пойти в армию как инженер-прапорщик. Но, знаете, все мои мысли рухнули. И это не получилось, и с этим не получилось. И с этим ничего не получилось. Я попал в отчаяние. А потом о чем я начал думать? Да, с моими мыслями у меня ничего не получается. Я думал, что я неплохой человек. Но пока я следовал за своими мыслями, я все провалил. Я начал читать Библию и начал слушать Слово и оставлять свои мысли. И в октябре, когда я читал Библию, удивительная правда открылась. Да, к примеру. Да, почитайте субботу. А субботу мы хотим выйти погулять. Хотим выпить. Тогда эти две мысли начинают бороться. Я тогда заметил разницу между моими мыслями и Библией. Я тогда уже понимал, что точно попаду в ад, потому что я много плохого сделал, я много обманывал. Удивительно, Библия говорила совсем наоборот. Я прочитал к Римлянам 3 главу 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Согласно 23 стиху, мы согрешили и были лишены славы Божьей. Вот когда мы прочитаем 23 стих, тут есть все люди. Но там нет Иисуса. Хотя написано «слава Божья». Но я лишен этой славы Божьей. Да, из-за греха я не могу дойти до Бога. То есть 23 стих открыто описывает мой вид. Я наизусть знал 23 стих. Я так и понимал, что все люди согрешили и стали такими. Но в тот день впервые я прочитал 24 стих. И знаете, удивительная правда открылась. Да, написано, что мы оправдались. Мы оправдались. Хотя во мне много грехов. Хотя я грязный человек. И как я могу оправдаться? Я грешник. Я грязный человек. Я обманул. Я воровал. Тут написано, что я получил оправдание. Как? Потому что меня оправдал Бог. Что? Бог меня оправдал? Бог меня оправдал? Значит, я праведен? Я праведен? Но самое главное. Да. Искуплением во Христе Иисусе. Иисус Христос, так как искупил нас, так как Он простил наши грехи, я получил оправдание. Хотя это все тот же я, но мои мысли изменились. Хотя это все тот же я, но когда я читал Библию, когда я смотрел на законы, я согрешал. Да, по правде, я был грязным человеком. А что это такое? Так говорит Слово Божье, что я праведен. Как бы я ни посмотрел, я оказался прав. По благодати Божьей. Да, в мою душу попали мысли, которых не было раньше. Да, что говорит нам Библия? Все согрешили и лишены славы Божьей. Я долгое время посещал церковь и несколько раз перечитывал послание к римлянам. Я 23 стих точно знал, потому что слово описывает прям меня. Но 24 стих отличается от меня. Да, этот стих был далек от меня. Это невозможно, чтобы я был праведным. Но в тот день... Да, я читал 24 стих, но этот стих не запал на мою душу. Но в тот день... 24 стих вошел в мою душу. Да, я оправдался. Потому что Христос тебя искупил. Так как Он был пригвожден, то Христос и умер за тебя, и омыл все твои грехи, поэтому ты оправдался. Значит, кто прав? Мои мысли правы? Или Слово Господа право? Я собираюсь сегодня вам рассказать историю о генерале Неймане. В душе Неймана. Я не знаю, с каких пор он был болен проказой. Да, он заболел проказой. И проказа со временем усугублялась. И, знаете, суставы пальца затвердили. И поэтому, чтобы взять меч в руку, он даже не мог держать меч. Да, и гной начал протекало. Да, потому что он был болен проказой. Хотя он спас свою страну. Он был благородным воином, которого даже уважал царь. Он несколько раз спасал свою страну от опасностей. Но проказа всегда привязывала его. Но в его доме была одна девочка, которая была взята в плен. И эта девочка начала говорить. Да, она, попав в плен, начала служить жене Неймана. И однажды она сказала жене Неймана: «Госпожа, хочу кое-что сказать». «Что это?» «Да, я хочу сказать вам по поводу военачальника». «Что?» «О чем ты хочешь сказать? Говори». «Я хочу сказать вам о болезни его». «Что?» «Ну ладно, говори дальше». «Госпожа, в нашей стране, в Самарии, живет священный пророк Божий Елисей. Это правда?» «Если он придет к нему, то он снимет с него проказу». Да, с одной стороны, она была рада слышать. А с другой стороны, она подумала: это невозможно, это нонсенс. Мы же ведь много раз старались, чтобы исцелиться. Разве пророк снимет с него проказу? Но эта служанка спокойно, но говорила с уверенностью. Да, наверняка спросили: «А когда-нибудь этот пророк снимал проказу с человека?» «Госпожа, конечно, это не так, но я точно могу сказать вам, он даже оживотворил умершего». То есть она начала все больше и больше верить словам этой служанки. Да, потому что ее муж заболел проказой, и болезнь усугубляется с каждым днем. Хотя он известный военачальник, у него есть статус, у него есть деньги. Да, у него было все необходимое. Но проказа ведет его к отчаянию, к печали. Да, моя болезнь усугубляется, и все скоро узнают об этом. Возможно, меня выгонят из-за этого. И как я смогу жить? Но когда послушались эту служанку, но как бы они ни подумали, Даже если бы они переставляли бы своими местами, если бы служанка не была бы уверена в этом, то она бы не говорила. Да, потому что если пророк не сможет снять с него проказу, то у него будут проблемы. Но она очень серьезно говорит об этом. Вначале, когда она была взята в плен, она очень сильно страдала и мучилась. Да, хотя я верую в Бога. Да, но из-за чего я попала в плен? И сколько мне нужно служить служанкой. Я скучаю по своему дому. Я скучаю по своей маме. Я скучаю по своей семье. Но доколе я должна быть служанкой в доме прокаженного? А что делать, если я заболею проказой? Да, разные мысли приносили ей тьму. Но однажды эта девушка подумала: да, это правда, что наш господин прокаженный. Если он придет к Елисею, к пророку Самарии, то он снимет с него проказу. А, вот оно что, вот почему Господь сделал это, чтобы я попала в плен. Если пророк снимет с него проказу, то он получит спасение. Если военачальник получит спасение, то этот дом наполнит радость, и печаль уйдет. И все люди, все военные получат спасение. И они все изменятся. А вот почему Господь послал меня в этот дом. И с того времени тьма ушла из его души, ее душу наполнил свет. Да, и также свет начал сиять, светить лицо жены Немана. И однажды после работы она начала разговаривать со своим супругом. «Дорогой, я хотела кое-что сказать тебе. Если у тебя есть возможность, сегодня поговорим?» Да, в мире ни один человек не может равняться тебе, благородному военачальнику. Но у тебя есть одна проблема. У тебя же есть болезнь, так? Удивительная правда. Я не знаю, ты поверишь этому или нет. Возможно, ты можешь перестать быть прокаженным. Какие странности ты несешь? Что ты имеешь в виду? Тут ничего сложного нет. Вот эта девочка, которая попала в плен, вот она говорит, что в Самарии есть Божий слуга Елисей. Что? Елисей? Да, по-моему, я слышал о нем. Да, там Божий человек, говорит, живет. Он известный. Если ты придешь к нему, то он снимет с тебя проказу. Да, в сердце Неймана, который всегда находился во тьме из-за проказы, вошел свет в этот момент. Правда, он снимет с меня проказу. Если это произойдет, то было бы хорошо. Да, в его душу попала надежда о том, что он сможет выздороветь. Да, конечно, это история Неймана, который жил 1000 лет тому назад. Вас это не касается. Но я не хочу усложнять вас. Я не хочу, чтобы был хаос в вашей голове, но эта история на самом деле также касается вас. Вот почему она написана в Библии. Проказа символизирует грех по Библии. Если военачальник выздоровеет, то есть история говорит, если военачальник освободился от болезни, то и мы сможем освободиться от грехов. Да, поэтому я продолжу побыстрее. Да, быстро промотаем им вперед и начнем нашу беседу. Да, он встретился с пророком. И Елисей говорит ему: «Вот пойди в Иордан и омойся там 7 раз. Но ты там очистишься и будешь чист». Вот когда передали это слова, что в Иордане мне только мыться 7 раз? Это далеко отсюда. Пойдем быстрее в Иордан. Это было очень просто. Но в душе Нимана были мысли, которые отличались от Бога. Это как-то слишком нагло. Я же все-таки военачальник. Да, даже Израиль зависит от моих рук. И меня отправлять в Иордан, чтобы я там омылся. В Дамеске есть реки намного чище и лучше. Вот я думал, что он предложит мне чашку чая, возложит свою руку на место и снимет с меня проказу. Но как-то они меня не принимают как военачальника. Поэтому он разозлился. Все, пойдемте обратно в Дамаск. Тогда к нему пришли его рабы. Отец мой. Да, в глазах рабов происходят странные вещи. Да, он очень хладнокровный человек, когда он воюет. Но почему же поэтому по поводу этого вопроса он стал таким эмоциональным? Почему он злится? Поэтому рабы пришли к военачальнику и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он только тебе сказал: пойди омойся». Пойдем, попробуем. Сегодня очень жарко на улице. Да, Нейман послушался рабов, и поэтому отвернулся и вернулся обратно в Иордан. И по слову человека Божия, он окунулся в Иордане 7 раз. И в 7-й раз, когда он встал, он не открывал свои глаза и спросил своих людей: «Я выздоровел?» «Да, господин, вы выздоровели!» Ниман этому не мог поверить. Он не мог этому поверить. Он открыл свои глаза. «Ой, я очистился! Я очистился! Я выздоровел!» Это было очень-очень удивительно. Эта история написана в 5 главе 3 книги Царств. Да, эта история написана на базе реального события. Бог написал Библию, чтобы показать нам наши сердца. Хотя вы живете своей жизнью. Да, хотя вы живете по своим мыслям, которые возникают в вас. Но почему же я мыслю об этом? Да, а почему же этого сердца не стало вдруг? Почему гнев поднимается во мне? Почему же я обижаюсь? Почему я ссорюсь со своей супругой? Вот в этих вещах на самом деле есть много духовных элементов, которых мы не знаем. К примеру, наркоманы или люди, которые играют азартные игры или которые воруют, они немного отличаются от обычных людей. Да, я преподавал 10 лет осужденным людям в колониях. Поэтому я прекрасно понимаю их сердца. Вот, когда они совершают кражу, для этого нужна вера. Какая вера нужна? 지킬 거야 하는 자기를 믿는 믿음. Да, то есть он должен верить в себя. Если я поступлю так-то так, меня никогда не арестуют. 안 잡히는데 왜 감옥에 와 있죠? Если бы их не арестовали, то почему они там сидят? 사람들은 이상한 생각에 끌려요. Да, люди следуют за странными мыслями. 왜냐하면은 도둑질하고 싶은 마음이 막 강하게 일어날 때는. Да, каждый раз, когда у человека появляется сильное желание совершать кражу, 그 같은 생각은 자꾸 그 마음에서 내버려요. Тогда люди отказываются от мысли о том, что их могут арестовать за это. И принимают только мысли о том, что их никогда не арестуют. И поэтому, в конце концов, их арестуют. И они попадают в колонию. И они думают, почему же я попал в колонию? А, это потому, что я оставил свои отпечатки пальцев. Если бы я надел на себя резиновые перчатки, и знаете, в следующий раз, о чем они думают? Да, я выберусь, надену перчатки, и меня никогда не поймают. Да, люди мыслят таким образом. Да, но люди совершают кражу только в том случае, когда они уверены в том, что их не арестуют. Но нам очень-очень удивительно, что большинство тех людей, которые сидят в колониях, верят своим мыслям. Почему верят? Потому что они хотят совершать кражу. И для этого нельзя, чтобы их поймали. И поэтому только мыслят о том, что их никогда не поймают. Те, которые играют в азартные игры, знаете, о чем думают? Они только думают о том, что выиграют деньги. Почему? Потому что они хотят поиграть. Они хотят выиграть деньги. Да, им кажется, что они выиграют. Но они теряют деньги. В этот раз я точно выиграю. Но опять теряю. В этот раз я точно выиграю. Опять теряю. И поэтому они играют доколе, пока не потеряют все свое имущество. И знаете, почему так? И знаете, в 8 главе написано о женщине, которую взяли в прелюбодеянии. Знаете, почему она прелюбодействовала? Я спрашиваю вас. Это потому, что у нее в душе были развращенные мысли. Это неправда. Она же прелюбодействовала из-за развращенных мыслей. Нет, это не так. Так почему она тогда прелюбодействовала? Да, у каждого человека могут быть развращенные мысли. Да, у каждого человека, у каждой женщины могут быть такие мысли. Но не все они совершают прелюбодеяние, особенно в Израиле. Потому что за прелюбодеяние тебя побьют камнями. Да, несмотря на то, что развращенные мысли поднимаются, «О, я хочу прелюбодействовать», да, такие мысли приходят. А потом они начинают думать, «А если меня поймают, то убьют меня». Да, тогда они перестанут думать о прелюбодеянии, если они подумают о том, что их побьют камнями. Так почему она прелюбодействовала? Не потому, что у нее были такие мысли. Да, она была уверена, если я так буду прелюбодействовать, меня не поймают. Понимаете, о чем я говорю вам? Вот эти мысли заставляют человека прелюбодействовать. Эти мысли заставляют людей совершать преступления. Эти мысли заставляют людей совершать кражу. Да. Если у них не будет уверенности в том, что их не поймают, да, за кражу обычно людей сажают в тюрьму. Тогда эти люди не будут совершать кражу, не смогут. А воры думают, если я так-то так сделаю, то меня никогда не поймают. И когда они думают только в этом направлении, то они чувствуют волнение, возбуждение, они хотят совершать кражу. Да, у меня получится совершенное преступление. И такие мысли постоянно приходят. Если я отсюда выйду, и опять эти люди попадают в тюрьму, потом освобождаются и опять попадают в тюрьму. Да, потому что эти люди хотят совершать кражу, хотят играть в азартные игры. Эти люди хотят выиграть деньги, поэтому только в том направлении эти люди думают и мыслят. Теперь в душе военачальника Неймана. Да, он всю жизнь не мог лечиться. Но через служанку в своем доме, да, у нее появилась уверенность в том, что он сможет выздороветь. Иначе он бы вообще не поехал в Самарию. Да, но он получил уверенность, поэтому отправился в Самарию. Он пришел в Самарию. Но что ему сказал Елисей? Да, пойди в Иордан и омойся там 7 раз. И раз закрыл за собой дверь. Хотя он сейчас военачальник и прокаженный, но к нему относились, его принимали как военачальника, и он разозлился за такое отношение к нему. Вот если я поеду в Дамаск, где я живу, там есть замечательные реки. Я бы омылся лучше там. Зачем я должен мыться в Иордане? И эти мысли закрывают Слово Божье. Да, дорогие, если вы познаете духовную жизнь, то она будет очень легко для вас. Да, все 66 книг Библии — это Слово Божье. Однажды я позвонил пастору Нам Гён Хён в Филиппинах. И звонок получил, на звонок ответил сын его. А ну передай руку своему отцу. А он попал в больницу. Почему он попал в больницу? Да, у него лихорадка денги. В какую больницу он попал? Филиппин Медикал Центр. Да, Филиппин Медикал Центр. И поэтому я позвонил туда, Медикал Центр. И сказал, я сказал, свяжите меня, пожалуйста, с реанимацией. Да, меня соединили с реанимацией. И я попросил передать трубку корейскому пастору Нам Гён Хён. И вскоре взяла трубку его жена. Я сказал «Алло». Как она, услышав «Алло», узнала мой голос. И она зарыдала в тот момент. «Пастор, как нам быть?» «Пастор, как нам быть теперь?» И начала плакать. Да, пастор Нам Гён Хён проповедовал Евангелие в джунглях. Он ночевал там один раз, один день, и вернулся домой. И после этого его тело и лицо почернели. Да, это цвет крови. Да, бледный человек, это значит, у него мало крови. Но кровь начала портиться, поэтому его лицо почернело прямо. И он был срочно доставлен в больницу. Его доставили в больницу, но не было никакой надежды. Потому что смертность лихорадки денги очень высока. И что сказал там местный врач, пастор Нам Гён Хён? Что этот кореец сегодня вечером умрет. Он сказал об этом на местном языке. А пастор Нам Гён Хён прекрасно понимает их местный язык. И тогда пастор Нам Гён Хён ничего не мог сказать. То есть он был как мертвый человек. И потом я позвонил этому человеку. И в душе его жены он был мертв. Я сказал, перестаньте плакать. Она продолжила плакать. Да, почему вы плачете? Вы действительно хотите, чтобы случился повод для плача? Перестаньте плакать. Пастор Нам не умрет. Я ей так сказал. Она говорит, неужели он выздоровеет? Что значит неужели? Он не умрет. Не плачьте. Я спросил, кто отправил пастора Нам Гён Хён в Филиппины? Разве пастор Оксу Пак отправил его? Или наша миссия его отправила туда? Его отправил туда Бог. Почему Бог отправил его в Филиппины? Чтобы он там проповедовал Евангелие. Да, дело Евангелия не закончилось. Он слишком молод, чтобы умереть. Он не умрет. И она после моих слов перестала плакать. Вот оно что. И она поверила в это. И мы положили трубку. И она подошла к мужу, который ничего не мог сказать и умирал. Сказала: мне позвонил пастор Супак из Кореи. И она пересказала все мои слова. Пастор Пак сказал, что ты не умрешь, потому что ты пришел проповедовать Евангелие Филиппинам. Да, и много тут людей, которые нуждаются в Евангелии. И он сказал, что ты не умрешь. Пастор Нам Гён Хён пролил слезы, когда ему передали эти слова. И с того времени его температура начала опускаться. И следующий день его выписали. И сейчас он здоров. Он очень красив и выше меня ростом. Я вижу, как он улыбается. Я за это очень-очень благодарю Бога. Да, у каждого из нас есть предвзятость, стереотип в душе. Но как эти древние старые мысли были образованы в нас? Господствующий в воздухе сатана сказал первому человеку Адаму: неужели Господь сказал, чтобы вы не ели плод от дерева познания добра и зла? Но сатана сказал Еве: нет, вы не умрете после этого. Просто откроются ваши глаза, и вы будете как боги. Да, Господь не дает вам такой возможности. Хотя Адама сотворил Бог. Но они не хотели быть творениями, но равняться Господу. Поэтому они прислушались к слову сатаны. И с того времени сатана очень сильно начал влиять и управлять нами. Да, в Евангелии от Иоанна 13 глава, 2 стих, там говорится, что сатана уже вложил в Юде Искариот предать Иисуса. Злой дух сатана — это нематериальное существование. Поэтому мы не можем его видеть. Мы не можем дотронуться руками. Но, однако, он дух. Хотя он не виден. Да, у него есть сила, он действует в духовном мире. И этот злой дух вложил мысль в душе Юды Искариот предать Иисуса. Но разве Дух Святой действует только в душе Юды Искариот? Он всем вам говорит. Да, он говорит вам разные слова. Да, чтобы у вас образовался разный опыт, чтобы у вас было много знаний. И ведет вас так, чтобы эти знания и опыт помешали вам поверить в Божье Слово. Поэтому, если посмотреть на это поверхностно, да, по правде, Юда Искариот предал Иисуса. Но если мы будем глубоко копаться в этой истории, Юда Искариот предал Иисуса Христа не потому, что следовал за своими мыслями. Предать Иисуса — это не была его мысль, эта мысль была от сатаны. Но все вы, удивительно, живете свою жизнь, думаете по-своему. Вы работаете, покупаете квартиру, покупаете участок. Когда вы занимаетесь всеми этими делами, хотя вы не замечаете в своих глазах, хотя вы не можете коснуться. Но есть мысли, которые сатана вложил в ваши сердца. Да, однажды к нам в церковь пришла одна молодая женщина. И через месяц она получила прощение грехов. Однажды она попросила с ней пообщаться. И мы в кабинете сели лицом к лицу. И по ее словам, что она развелась 2 года тому назад с мужем. А я спросил, почему вы развелись? Мы не сошли с характерами. И я засмеялся. И спрашивает, почему вы смеетесь, пастор? Если вы не сошли с характером, то что, нужно разводиться? Пастор, вы говорите, потому что не жили с этим человеком. Попробуйте пожить с ним. И я ответил, зачем я буду жить с вашим мужем? Мне и так хорошо с моей женой. И я задал встречный вопрос. У вас дома есть кондиционер? Да, у нас есть кондиционер. Если дома слишком холодно, то вы выбрасываете кондиционер или регулируете температуру? Ну, конечно, я регулирую температуру. Также. У вас дома есть телевизор? Ну да, есть телевизор. Если звук слишком громкий, вы выбрасываете телевизор или просто регулируете громкость? Да, с помощью пульта мы можем легко регулировать, правда? Да, мы регулируем. По сравнению с телом человека, да, компьютер, телевизор или холодильник, кондиционер — это просто обычная машина. Но тело человека спроектировано очень детально. И оно очень хорошо сделано. Да, сестра, послушайте, даже в дешевом кондиционере, телевизора или холодильнике есть функция регулирования. Тело человека создано в десятки тысяч раз лучше и детальнее, чем телевизор или холодильник. И разве у человека нет такой функции регулировать? Есть, человек может регулировать себя. Просто люди об этом не знают. Я так ей сказал. И при этом я добавил. А как поживает ваш муж? Случайно он не женился во второй раз? Нет, нет, он не женился. Тогда воссоединяйтесь. Я так благодарю, потому что она в тот день приняла мои слова. И она позвонила своему бывшему мужу. И они воссоединились. И знаете, теща очень обрадовалась. Свекровь. И дети очень обрадовались. Они стали очень счастливыми. А сейчас, не знаю, они там регулируют или нет, но живут очень хорошо. Живут очень-очень хорошо. Но, дорогие, почему же особенно корейцы очень многие разводятся? Да, эти люди в своей жизни живут объективно. Но когда они ссорятся с супругами, они становятся очень эмоциональными. Разве это не так, дорогие? Да, из-за своих эмоций эти люди ссорятся. Да, я ведь могу регулировать себя и проиграть мужу. Я могу уступить ему. Если я пойму мужа, с пониманием буду относиться. И знаете, в нашей церкви что говорят? Вы всегда на стороне мужа. Да, почему вы всегда говорите на стороне мужа, а не женщины? Нет, и мужчины даже не уступаете. Я говорю не только по поводу мужчин. Я просто мужчина, поэтому говорю как мужчина. Но когда люди разводятся, да, когда они женились, они любили друг друга. Да, но потому что мы плохо знали своего мужа. Если бы вы даже не знали, вы бы не развелись. Так почему вы узнали о нем? Да, но знаете, такие явления действуют. Да, и поэтому люди разводятся. А потом что происходит? Дети. Я учредила хор «Грасиас». И знаете, я занимаюсь молодежным служением. И встречаюсь со многими молодыми. И знаете, молодежь — это как цветок. Да, скажите, кто из нас цветок? Старый я или молодой Джозеф? Да, морщины появляются на лице. И у меня седые волосы, я старый стал. А я смотрю на пастора Пак. Он такой молодой и красивый. Да, молодость — это цветок. Это красиво. Но знаете, в сердцах многих людей есть раны душевные. Многие живут с мачехой, с отчимом, и из-за этого многие дети страдают и мучаются. Их даже не описать, не передать словами. Конечно, муж и жена развелись не потому, что они этого хотели. И понимаете, некоторые люди думают, и знаешь, мы так продолжим, мы разведемся, давай перестанем. Но действует злой дух в нас, чтобы муж замечал плохие стороны жены, чтобы жена замечала только темные стороны мужа. Да, поэтому заставляет нас конфликтовать друг с другом. О, дорогой, давай успокоимся. Давай и ты успокойся. О, я с ума схожу с этим мужем. Да. Кто так действует? Это обман, но это не от вашего сердца так произошло. Да, послушайте меня внимательно. Да, у военачальника Немана была надежда, и поэтому он поехал в Самарию. Конечно, военачальнику нелегко было уехать за границу. Это было непростое решение рассказать о своей болезни другим людям. Но он все это стерпел и поехал сам в Самарию. И там Божий пророк говорит: «Омойся 7 раз Иорданием, ты очистишься». И это уже не соответствует мыслям Немана. Да, он думал, если он пришел, то он должен был ему предложить присесть, предложить напиток, поздороваться с ним. Зачем пророк должен был сказать: «Да, хорошо, что вы приехали, и когда снимет с него проказу, я бы ему подарил золото, серебро, одежду, и вернулся бы довольным домой». Но это все не соответствовало его воображению. «Омойся 7 раз Иордания», Божий пророк сказал, «и будешь чист». И знаете, в этот момент что начинает действовать? Да, его эмоции начинают действовать. Эмоции начинают работать. И он разозлился. О, Давана, Фарфар, реки Дамасские. Они намного чище Иордана, намного лучше. Я бы лучше там омылся. Да, если Божий пророк так сказал, он должен был просто пойти туда и омыться 7 раз, и стал бы чист, но начал злиться. Так написано в 3 главе Царств, в 5 главе. Это Слово Божье. Что произошло, то и написали. Да, и вы такие же люди, как Неман. Я такой же человек. Для того, чтобы получить Божию благодать, да, я не буду находиться под воздействием моих эмоций. Если приму Слово Господа таким, какое оно есть, это очень удивительное событие. Давайте мы с вами поговорим об этом. К Римлянам 3 глава 23 стих говорит нам. Да, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Да, между нами и Богом стоит грех. Да, грех закрывает путь. И мы не можем дойти до Бога. Да, по 23 стиху мы грешники. Мы не дошли до Бога. Но 24 стих говорит, да, там выступает Иисус Христос. И Иисус Христос искупил наши грехи. Да, Он заплатил за наши грехи. И избавил нас по благодати Божьей. Даром абсолютно. Даром мы оправдались. И Господь пересмотрит на нас и называет праведными. А Бог — это судья. Да, потому что Иисуса пригвоздили, и Он смертью простил все наши грехи, и поэтому у нас нет теперь грехов. И поэтому Он говорит, что вы оправданы. Послушайте меня внимательно. Это правда. Да, за 3 главы 23 стихе какой стих написан? Написан 24 стих. Да, рядом написано прямо. Да, 23 стих говорит, что мы грешники. А 24 стих говорит, что мы были очищены от всяких грехов и стали оправданными. Да, какое слово из них лучше для нас? 23 стих лучше. Как? Да, конечно, 24 стих лучше для нас. Послушайте меня внимательно. Однако, я встретила многих людей. Да, фактически нет человека, который не знает 23 стих. Но я ни разу не встретил человека, который понимал бы 24 стих. Удивительно, правда? Разве это не так? Каждый замечает 23 стих и говорит: «О, я согрешил, я грешник». О, прочитал 24 стих. «Ой, мы оправдались, Господь помиловал». Ой, это удивительно. Но самое главное, да, люди не то, что не читали 24 стих. Если они прочитали 23 стих, то обязательно прочитали бы 24. Люди прочитали 24 стих, но сатана замутил наши сердца. И в нашем сердце 24 стих не остается, остается только 23 стих. Я посетил одну страну, и поступил звонок ко мне. Я не знаю, как так получилось. И человек говорит трубку: «Пастор, я ректор университета. Да, я хочу к вам приехать, но для этого мне нужно ехать на машине 8 часов. Пастор, я хочу выехать, чтобы встретиться с вами. Вы сможете со мной встретиться и поговорить? Если нет, то мне просто будет сложно ехать обратно». Я сказал: «Приезжайте». И он поздно приехал. Да, я очень сильно устал. И сказал: «Давайте мы с вами поговорим в следующий день», потому что это было поздно ночью. И в следующий день мы начали беседовать с ним. Да, я сказал ему: «Послушайте меня». Да, и я ему прочитал 3 главу 23 стих к Римлянам. И этот ректор сказал: «Да, я знаю это слово наизусть». И я сказал: «Прочитайте вслух 24 стих». Он прочитал 24 стих. И я спросил: «Что написано в этом стихе?» Там написано, что мы очистимся от грехов, если будем молиться усердно. Нет, это неправда. Нет, это он так сказал мне. Правда. Прочитайте еще раз 24 стих. Да, если мы будем верными Господу, то получим спасение. Вам сложно поверить, правда? Но это правда. Да, сатана нас обманывает. Понимаете меня? Я прав или нет? Да, все люди знают 23 стих. Но нет почти человека, который бы знал 24 стих. Как такое может быть? Ведь 24 стих полезно для нас, правда? А не 23 стих. Да, 23 стих не имеет большого значения для нас. Да, но если мы узнаем 24 стих, это очень удивительно для нас. Дайте мне спросить вас. Да, вы посещаете церковь и спросите, ты знаешь 23 стих? Все люди скажут, да, мы знаем. Да, потому что у них одна почесть. Но 24 стих — это очень важное слово, которое каждый из нас должен знать. Да, 24 стих не находится далеко. Это находится рядом с 23 стихом. Но я встретил многих-многих людей. Из них не было ни одного человека, который бы знал 24 стих. А вы не были такими случайно? Поднимите руку, кто не понимал 24 стих? Пожалуйста, да, многие люди поднимают руку, я вижу. Да, это так. Почему такие вещи происходят? Это сатана действует в ваших сердцах. И даже в моем сердце, и в душе Юды Искариота, и в душе пастора Джозефа, и в душе Андрея, и в душе Петра, и в душе апостола Павла. Сатана действует. Дорогие, вы этого не чувствовали, правда? Поэтому вы должны быть хладнокровными и объективными перед Библией. Оставьте все свои мысли, оставьте все свои эмоции. Вот я читаю Библию. Однажды до моего спасения я читал много книг. Да, я тогда находился в трудностях, поэтому читал только книги. У меня не было денег, чтобы покупать книги. Да, я жил тогда в городе Сунсан, провинции Кёнгбук. Я слышал, у кого-то есть какие-то такие-то книги. Я тогда упрашиваю этого человека и беру книги. И всю ночь я читал эти книги. И потом возвращал эти книги назад. Я прочел однажды «Преступление, наказание», произведение Достоевского. Мне было очень интересно читать эту книгу. Да, в России, в городе Санкт-Петербург. Вот там событие произошло в этом городе. Там есть ломбард. И знаете, я был в Петербурге и смотрел все эти улицы. Да. Было очень интересно. Я получил глубокое впечатление. И знаете, я на месте прочитал 2 раза эту книгу. И 3-й раз, когда я начал читать, я читал самые важные и интересные места отрывками. Это было давным-давно. Вот тогда мне было 16 или 17 лет. Вот тогда это было. Мне было очень-очень интересно. Да, главный герой Раскольников. И он убил бабушку в ломбарде. И Порфирий гнался за Раскольниковым. И знаете, я сам напрягался, когда читал эту книгу, как будто бы Порфирий гнался за мною. Да, современные романы, все эти романы, понимаете, они обнаруживают ваши эмоции и дает удовольствие вам, эмоциональное удовольствие. Но Библия, да, в Библию нельзя включать эмоции. К примеру, я подарил $100 пастору Джозефу. Да, и пастор Джозеф получил и сказал, спасибо вам большое. И оказывается, ему нужны были эти $100. И он не мог нигде найти этих денег. Он молился Господу. Я ему раз подарил $100. Да, он был, да, взволнованным и сказал, ой, пастор, большое вам спасибо. Да, хотя это одни и те же $100, одни и те же $100. Да, но реакция человека меняется в зависимости от эмоций. Когда он очень-очень благодарен, то он сказал: ой, газ, ой, пастор, очень спасибо большое, вы спасли мою жизнь, благодарю за $100. А иначе, если бы дали ему $100, он бы сказал: ну, спасибо. Да. Так бы сказал. Хотя это одни и те же $100. Но когда включают наши эмоции, да, реакция человека меняется. Поэтому Библия показывает факт, так как он есть. Начиная с книги Бытия до Откровения. Через всю Библию. Да? Из Библии вынули всякие эмоции. Если мы в Библию включаем эмоции, да, я прям чувствовал волнение, когда читал «Преступление и наказание». Это называется эмоции. Да, вот когда Иисус Христос умирал на кресте, там, да, рядом стояли и печалились женщины, ученики. Эмоциональный человек плакал бы. Но в Библии написано: он был пригвожден ко кресту. Да, там устранили всякие эмоции. И когда Иисус Христос воскрес, о, Иисус Христос жив, Христос жив. Но он воскрес за третий день. То есть в Библии нет никаких эмоций. Если мы включаем туда эмоции, если включаем эмоции, да, эмоции не передают факт. Поэтому Библия, она кажется скучной. Да. Но в том состоянии, где нет никаких эмоций. И понимаете, именно слово Господа коснется нас, и наши сердца становятся горячими. Давайте поговорим дальше о начальнике Неймане. Да, сказали ему: омойся 7 раз в Иордане, и очистишься. Но сатана начал включать сюда эмоции Неймана. А я думал, что он выйдет и призовет имя Господа, и возложит свою руку на место, и снимет проказу. Да, вот его способ отличается от мыслей Неймана. То есть, что я говорю сейчас? Да, хотя военачальник Нейман мог исцелиться, но почему он собрался вернуться в Дамаск? Из-за его эмоций. Из-за его эмоций. Понимаете, о чем я говорю? Сатана включает всякие эмоции. И закрывает вам дорогу, чтобы вы не могли войти в Божий мир. Да, ему просто сказали: омойся 7 раз Иордания. Хорошо, я вас понял. Пойду я омоюсь Иордания. Да, он пошел и омылся. Если бы он не выздоровел, то почему ты мне так сказал? Я же не очистился. Ты сказал, что я буду чист. Да, он тогда может злиться. Но он просто начал злиться и вернуться в Дамаск. И тогда рабы, когда смотрели на это, хотя военачальник очень хладнокровный человек по жизни, ему просто сказали 7 раз омыться Иордане, но почему же злиться на это? Раньше он не был таким. Да, наверное, злой дух действует сейчас. Да, иди скажи ему, иди скажи, уговори его. Да, господин, ведь Елисей сказал тебя мыться в Иордане. Почему ты хочешь вернуться в Дамаск? Пойдемте, омоемся, попробуем. Сегодня и так жарко на природе. Да? Мы поплывем вместе. Да, возможно, Божий человек видит, что вы далеко ехали, поэтому он сказал вам купаться и отдохнуть. Давай попробуем помыться. Выздоровеем или нет, посмотрим. Ну, давай мы посмотрим. Да, давайте попробуем, отец. Это же правда, так или нет? Он даже не пробовав, из-за своих эмоций хотел вернуться в Дамаск. Дорогие, почему же в Библии написана такая история? Вот мы открываем Библию. Да. Вместо того, чтобы просто прочитать буквально. Ну, давайте оставим все наши эмоции, желания, мысли, идеологию. Да, сатана искажает Слово Господа через наши эмоции и мысли. А Слово Господа очень просто. И поэтому рабы говорят: «Отец мой, о, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?» Да, для того, чтобы исцелиться, ты принес золото, серебро, переменную одежду. А тебе просто сказали мыться. И что тут сложного? Почему написана такая история в Библии? Мы, помимо Божьего Слова, мы прибегаем к своим эмоциям, к мыслям, и сатана в них действует и мешает нам принимать Божье Слово. Тогда как нужно поступать Нейману? Незачем ему злиться. Он просто должен омыться Иорданом, правда ведь? Это очень просто. Иисус Христос простил нам грехи. Это очень тоже просто. Но сатана через разные мысли, да, ведет нас в противоположном направлении Слова Бога. И поэтому проблема создается. Да, давайте мы точно скажем. К Римлянам 3 глава, 23 стих. Мы согрешили. Мы грешники. Я всю жизнь был грешником. До 19 лет. Но когда мне исполнилось 19 лет, я прочитал 23 стих, а затем 24 стих. И как написано в 23-4 стихе? Написано, что мы получили оправдание. Да, последовательность в Корейской Библии искупление во Христе по благодати даром получили оправдание. То есть в Корейской Библии сначала объясняет процедуру, а потом уже результат. Но в английской Библии написано по-другому немножко, в другой последовательности. Написано «получая оправдание». То есть мы получили оправдание. Почему? Потому что Христос умер за наши грехи. И искуплением Его мы оправдались. Да, сначала в английской Библии написано о результате. То есть мы получили оправдание. И почему? Потому что Иисус Христос искупил все наши грехи. А в корейской Библии написано: так как Иисус Христос искупил все наши грехи, поэтому мы получили оправдание. Я боролся с Богом. Господь говорит: ты оправдан. Я говорю: нет, я грешник. Нет, ты оправдан. Нет, я грешник. Ты оправдан. Нет, я грешник. И многие люди ведут такую борьбу с Богом. Да, дорогие, но Господь ведь судья. Если Господь вас оправдал, то разве вы не праведные люди? Но сегодня многие люди, да, говорят о том, что Иисус Христос был пригвожден к кресту за наши грехи, но все же эти люди называют себя грешниками. И когда им исполняется 70 лет, 80 лет, и смерть приближается к ним. «Ой, мне нужно мыться от грехов». Но если они стоят перед смертью, да, они тревожатся. Я грешник, я умру, пойду в ад. У меня много грехов. И таким образом многие люди умирают печальной смертью. Поэтому порой некоторые люди с самого утра молятся, проливая слезы, молятся на горах. Почему они молятся так? Потому что они думают, что согрешили. Поэтому грешники. Так эти люди считают. Но самое главное, когда я согрешал, Но кто решает, я грешник или нет? Не я решаю, но решает судья. А Бог наш судья. И Он говорит: да, ты согрешил. Да, ты лишен славы Божьей. Но Иисус Христос омыл все твои грехи. Поэтому ты свят, ты чист, ты праведен. Так говорит нам 24 стих. 23 стих говорит, что мы грешники. И поэтому в чем разница между 23 и 24 стихами? 23 стих утверждает, что мы согрешили. И пока Иисуса не было, мы были грешниками. Но чем 24 стих отличается? Хотя мы согрешили, но Иисус пролил свою кровь и очистил нас всех. Поэтому мы праведные. Дорогие, хватит воевать. Вы можете воевать со мной. Вы можете воевать с пастором Джозеф. Но не воюете с Богом никогда. Если Господь вас оправдал, что вы праведные, то вы праведные. Хватит воевать с Богом. Оставьте свои мысли. Да, несмотря, как бы вы ни думали о себе, что вы грешники. Но если Господь вас оправдал, Господь судья, если Он вас оправдал, то вы праведные люди. Верить этому — это и есть верить в Бога. И вот что значит верить в Бога. Вы не представляете, насколько это удивительно. Из наших миссионеров есть пастор именем Ли Чонду. И однажды в его душе появились странные мысли. Да, он в Африке был выдающимся миссионером. И он очень хорошо работал. Да, это был драгоценный миссионер. Но однажды мысли от ней появились. И он оставил свою церковь и убежал. И выяснилось, что в городе Масан он работал на строительстве. И постоянно его жена говорила мужу, но он ее не слушался. Но недавно мы с ним встретились. Конечно, в нем были разные мысли, но он освободился от всяких своих мыслей и снова стал проповедником Евангелия. И все мы со всеми братьями обрадовались его возвращению. Правда? Он похож на моего сына, как мой племянник. И вчера мы разговаривали, и я был очень счастлив. Я очень-очень благодарю Бога. Да, пришла одна мысль. И эта мысль ведет нас в странном направлении. И поэтому люди впадают в азартные игры, в наркотики или в алкоголь. Потому что так действует злой дух. Дорогие, в Слове Бога сказано, чтобы мы оставили все мысли. И несмотря на то, какие были мысли, были у Неймана, но здесь он оставляет все свои мысли. И он оставил все свои мысли, принял Божье Слово. Через пророка Елисея он исцелился. Да, я исцелился. Понимаете? Он стал взволнованным. Поехали, поехали. Они сели на колесницу и приехали к Елисею. Он вернулся домой. И он, прыгая, говорил своей жене: «О, дорогая, я выздоровел». Они смеялись, плакали. «И смотри сюда, вот смотри сюда, я чист». И представьте, как он стал счастливым. И жена его благодарила Бога. И он скажет служанке: «Эй, благодаря тебе я выздоровел». Понимаете, это было бы так красиво. Да, Господь соединяет наши сердца с Евангелием. А сатана закрывает дорогу между нами и Богом. Хотя люди посещают церковь. Но сатана делает так, чтобы люди жили по своим мыслям. И много непонятных вещей происходит. Мы поем гимны. Да, кровью Его мы получили искупление. Удивный час, удивный день, тот день, когда я получил прощение кровью Иисуса. Потом давай помолимся. Ой, Господь, прости нас, грешников. То есть это нонсенс. Они сами не понимают, о чем говорят. Хотя они пели гимны, о, дивный день, о, дивный час, когда они получили прощение грехов. А потом скажут, давайте помолимся. Да, в Библии очень много таких историй. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Но искуплением во Христе Иисусе, по благодати Бога, даром, мы получили оправдание. Да, это слово сказано и мне, и вам. Да, дальше мы будем слушать слова сатаны о том, что мы грешники, или будем верить Слову Бога, который говорит, что мы оправданы. Давайте не будем включать свои эмоции. Давайте объективно будем смотреть на это. Благодаря крови Иисуса Христа, искуплением во Христе Иисусе, по благодати Божьей, даром, без всякой работы, заслуг, мы получили оправдание. И та сестра, и этот брат, и этот пожилой человек, этот молодой человек, Господь всех вас назвал праведными. Мы должны этому поверить. Но слишком многие люди в наше время, хотя говорят о том, что Иисус Христос умер на кресте, но называют себя грешниками. Да, мне было очень печально это слышать. Поэтому мы проповедуем это Евангелие. Евангелие для грязных грешников говорит о том, что Иисус Христос умер и оправдал грешников. Дорогие, не верьте другим словам. Пожалуйста, веруйте 24 стиху 3 главы послания к римлянам. И в Библии во многих местах написано об этом. Кровь Иисуса Христа омыла уже ваши грехи. Аминь. Давайте мы помолимся. Святой наш Отец, мы Тебя благодарим. Вместо того, чтобы сказать, что мы грешники, да, мы станем счастливыми, если скажем, что наши грехи были прощены. Господь, дай нам пребывать в этом счастье, чтобы Твоя удивительная благодать освободила всех людей от грехов. Да, хотя, Господь, Ты искупил нас на кресте. Но люди из-за сатаны бродят в грехе. Но, Господь, особенно руководители христианские на этом силы, помоги им, чтобы они эту правду передали своим прихожанам, чтобы они жили блаженной жизнью. Да, у нас было много-много грехов. Благодарим за то, что Ты их омыл. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо.